Новый перинатальный центр появится рядом с республиканской больницей. Строительство ведется в рамках федеральной программы развития перинатальных центров. Из государственного бюджета на него предусмотрено около 2 миллиардов рублей. Выделяет деньги федеральный центр и республика. Республика соинвестирует в этот объект достаточно крупную сумму денег, то есть 400 миллионов. Прежде всего в инженерные сети. Были вопросы, которые сейчас уже решены, но они возникали по переносу тепловой сети, потому что на месте строительства располагалась действующая теплотрасса. Теплотрасса вынесена, все потребители, которые должны будут уже в сентябре получить тепло, они уже подключены, поэтому эта стройка не повлияет на теплоснабжение окрестных районов Заводска. Строительство началось в декабре прошлого года. Закончить его должны к маю 2016-го. Сейчас на стройке работают 65 человек и 17 единиц техники. Еженедельно качество работ проверяет рабочая группа. Подрядчик обещает не сбавлять темпов даже зимой. Разработаны мероприятия по вхождению своевременному в осенне-зимний период. Все время, независимо от температуры окружающего воздуха, мы будем проводить работу. Новый родильный дом развернется на 27 тысяч квадратных метров. Для него закупят новейшее оборудование. Там будут отделения реанимации, патологии новорожденных и послеродовой перинатальной диагностики. Центр будет рассчитан на 130 мест. Маргарита Михайлова, Иван Медведев, телеканал «Ника плюс».